Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня вот такая вот игра у нас, да, с вами. Call of Duty Modern Warfare. Да. Вот. Почему она? Да не знаю, просто захотелось поиграть просто в колду. Вот, и... Почитал отзывы, и... Я, кстати, в неё не играл ни разу, ни в одну из частей. Почитал отзывы, сказали, что, блин, ну, не очень долгая игра, во-первых. А во-вторых, что... Довольно-таки интересно. И по графике, в принципе, нормально, и по сюжету классная. Поэтому заварите там чай, да, кофе, кто что любит, покушайте по желанию. Усаживайтесь поудобнее. Пледик обязательно. Накрывайте пледиком. Приятного вам просмотра. А мы начинаем. О, привет! Так, значит, новая игра. Да, я тут, кстати, скажете, а почему у тебя продолжить есть? Я тут... пытался ее снять, и оказывается, я не начал ни запись, ничего, и поэтому сначала я прошел чуть-чуть игру. Отлично. Там в России чуть-чуть прям. Гражданская война. На карту поставлено 15 000 ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит. Mm-hmm. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. О, где ангары какие-то. Так, ну это понимаем мы, да, так? Рад тебя видеть, дружище. Ага. Ты знаешь, что делать? Чё сенсуй-то опять? Не понял, блядь. А, ну всё, нормально. Так, прицелиться и стрелять по мишени, давай. Мишень, Шоу. Отлично, теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Нет, Куинн-Дир, чё, еблан, что ли, блядь? Теперь стреляй по мишеням от бедра. Мишень фанеры. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Все. Отлично. Пули пробивают дерево. Почти, ладно. Гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо. Теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Все, бежим. Я там прошел что-то до третьего дня и все, и больше не стал. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? А у тебя, блядь. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Сейчас, секунду. Как только будешь погнали. Готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел. Огонь по мишеням. На вторую позицию. Гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Стреляй по другим мишеням! На конечную позицию! Бля, 33 секунды. Дай-ка еще раз. Ладно, Соб, достаточно. Ты прошел испытание. Если хочешь попробовать еще раз, я еще хочу. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Так, подожди-ка. Соуп, переключайся на МП-5. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Погнали. Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Ну, блядь, быстрее. На шестую, пошел! Конечную позицию! 26 секунд, нихуя. Еще лучше. Еще не отлично, но лучше. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно.
Ветеран? Как только будешь готов, хватай веревку. Не понял, блядь. Это что сейчас нахуй было? Ветеран? Суровая проверка ваших боевых качеств. Ветеран все-таки, да? Или высокий? Давайте ветеран. Не успел стрельнуть. Так, САС. И... Что? Извиняюсь, что? Soup much heavish. Сейчас будет первое задание, я так понимаю, да? Все данные об этой операции мы получили от нашего шпиона России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Можно применить силу? Экипаж разрешено ликвидировать. Да, прикольно сделано, ребята, очень прикольно, да? Как по мне, прикольно. Для своих лет очень прикольно сделано. База, говорит молот 24, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 24. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Ну, погнали, блядь. Где, блядь? Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. На платформе. Я их вижу. Цель нейтрализована. Террорист нейтрализован. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б-6, у молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молот. Укрофт, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Газ. Нормально. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Проверить углы! Справа все чисто. Слева все чисто. Да, там не надо, да, проверять, вообще похуй. Углы. В коридоре все чисто. Идем дальше. Справа все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. А чего здесь эклаж здесь? Готов, сэр. Идем дальше. Ладно, не взять. Жду приказа. Вспышка! Пошли! Ой, блядь, что? Такое, блядь. Сэр. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Вспышка. Пошли. На помосте чисто.
Я прикрою, давай наверх. Где здесь сохранено? Все ко мне! По фронту все чисто. Террористов не видно. Идем дальше. Так держать. Все тихо. Газ справа. Выполняю. Кажется, тихо. Всем быть начеку. Террористов не видно. Быть начеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Серьезно, блядь. Блядь, ты серьезно, нахуй? С какой-то. По фронту все чисто. Пошли! Слева все чисто. Справа все чисто. Быть начеку. Ждать твоего сигнала. Ой, блядь. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли! Террорист нейтрализован. Доложите обстановку. Все чисто. Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит D6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б6. Помечаю, думаю, сырку. Приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка минимум. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Из ящика? Да, всем на палубу, бегом, Марк! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Нормально, блядь, чисто. А меня! Помогите! Ясно, блядь. Вот как всегда, нахуй. О, от души, капитан. Я допрыгнул. Ага, цесал, блядь. Да капец, конечно, что с камерой, блядь, творится. Неудобно так, но... В этом и прикол, думаю, может быть, типа... Типа, более... Больше ощущений передать. Thank you.
Да, еще бы час постоял бы, слушай, блядь. Сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Капец. Infinity Ward представляет Call of Duty 4 Modern Warfare. Да, прикольно, прикольно. О, что, второе задание сразу, что ли? Приближается автомобиль! Продолжать слежение! Ой, я, извините, я нечаянно. Ну там, короче, машина куда-то привезла. Вот этого человека, который сейчас несет, блядь. Блядь, пусти нахуй. Дядя, отпусти меня, блядь. Да, такое. Я тебя найду, блядь. Это мэр, что ли? Или бэха? Ну, чисто по значку, блядь, он спереди, который торчит. Похоже, что это мэр старый. Да, мне нравится, видите, сейчас Робер Арбахамшон, Топ Альдерман. Это, видимо, кто делал эту игру, типа авторы. Мне вот нравится, когда так делают, типа как в фильме, знаете, прикольно. Ну, иногда это бывает криво, и поэтому такое, но... Реально прикольно сделано. Прикольно. Как и наша монархия, до революции он вступил в сговор с Западом, преследуя только свои личные интересы. Такие сговоры поражают рабство, а мы никому не позволим сделать нас рабами. Да уж, такое, блядь. Не, прикольно сделано визуально, реально. Осуждаем такое, блядь. Пришло время показать, на что мы способны. Они недооценивают нашу решимость. Покажем им, что мы их не боимся. Мы единый народ, и мы освободим наших братьев в зарубежных странах от атаков. Атаков. Жесть. О, панорама есть прикольно. Обсуждаем такое. Наши войска сильны, наше дело правое. Уже в этот самый момент наши войска приближаются к своей цели. Так мы восстановим независимость некогда великой нации. О, песик, бля. Я хотел покататься еще. Куда, блядь? Ты шо ты, блядь, не кинул, нахуй? Алло. Пусти, нахуй. Ты, блядь, тварь, я тебя найду, нахуй. Тварь, я тебя, блядь, найду, я тебе говорю. У вас двое, блядь, да? Вот двоих, нахуй, сразу же, блядь. Первым делом, блядь. Ну и чё? Чё делать-то, блядь?
И кто это был? Они на... Как они разрушали нашу страну, так мы и разрушим их. Так и мы разрушим их. Осуждаем такое, осуждаем, блядь. Лысый, блядь, скажи, а почему у тебя нет волос? Ой, извините, осуждаем такое. Что? Вот так все и начинается. Блядь! Сука, стой нахуй! Сбегай, блядь! Стой! Подожди! Минус 4 уже должно быть. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Блять, извините. Ну, я не рассказываю про Николая, что он их... Полное затмение, день-два. Кавказ, Россия, что? Ху-ху, снайпа, блять, сюда, ну. Короче, не рассказали об Николае, что это наш чел. Огонь по усмотрению! Спокойной ночи. Вот, что это их чел, и что его надо спасти, все. Поэтому вот мы еще сейчас будем делать это. Пошли, блядь. Противник убит. Бля, ебать он наимер, нахуй, капитан, блядь. 6. Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Кыш, надо, блядь. Ты че? Снайперскую поддержку с дороги? Давай речь, блядь, веди. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Воу, ты что? Ты что, блядь? Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Всем отрядам, приступить к штурму! Да. Соук, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди... Ну уже, блядь. Уже все сделал. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! И
не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Тихо. Давай, 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 восстанавливайся себе. Где наш шпион? Время на исходе! Помогите нам! Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов... Воу-воу-воу! Что за хуйня, блядь? Мы живем в мире, в котором, возможно, терроризм вкупе с Валентином. Блядь, серьезно, нахуй? Какого-то челика там, блядь? Суки. Контакт к северу. Где он, блядь? Ну, здесь не херачь. Цели на северо-восток.
успех. Теперь за мной, к электростанции. Вот так, значит, да? Нормально. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме. В доме. Так на северо-восточном краю деревни. Погнали. Задание выполнено, спасти шпиона. Погнали, спасим. Спасим что? Кого, блин? Ну такая временами, кстати, эта игра однотипная, типа, но... В плане, типа, миссии, наверное. Что, миссии, только миссии, миссии, миссии. Но миссии тут разные. Откуда, блядь? Такое, честно. Противник с востока. Там где-то, блядь. Да, такое, честно. Пошли. Мужик, теперь ты смотришь, блядь. Давай, блядь. Капитан Прайс, ты что, блядь? Блять, ты... Да, я не удивлен, что, блять, это, видимо, моя тима с этого, блять. С КС-ки нахуй тут. Я не пойму, блять, или что, блять. Конец, хоть кого-то ты захерачил здесь. И, блять. Блять, чел. Ты что-то прям... Медленнее реагируешь. Погнали.
Давай, мужик, быстрее. Ну. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Блять, что с тобой, брат? Брат, что? Посылку забрали. Че, он лежал-то, сейчас сел, блядь? На зоне посадки. Прием! Что ты делаешь, блядь? Пошли. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! Прикольно. Такое первое задание и довольно-таки такое муторное чуть-чуть. Вот мы и прошли первое задание, получается. Даже второе уже, если считать с кораблем. Хули ты орёшь, конечно, не понимаю, ну ладно. Так, ну я предлагаю на этом закончить серию, потому что она так, наверное, длинная уже вышла. Вот, мы просто посмотрели, что это за игра вообще, в принципе. Вот, мне она довольно-таки интересна. Повторяюсь, я прошел ее до третьего дня. Третий день я не проходил. Вот, а потом, когда вышел, понял, что ничего не записалось. Вот, поэтому я записываю сейчас. Вот, если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк, не поленитесь, потому что для меня это реально жесткая поддержка. Подписочку на канал можете, в принципе, оформить. Это будет тоже, знаете, очень приятно довольно-таки. Колокол уже по желанию, там, ну, это чтобы вы получали там уведомления. Одни из первых, когда выйдет новое видео. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.